Всем доброго времени суток, всем здравствуйте, вы на канале «Потянул в деревню все с нуля». Сегодня хочу рассказать о своих орешках грецких, то, что у меня получается. Вот эти два орешка, сейчас у меня 4 посажено уже. Вот эти два орешка я посадила уже давненько, неделю назад. Они дают у меня уже корешочки, вон видите, беленький. Дает уже корешочек, вот этот вот орешек. Вот. А вот эти два орешка я посадила только что. Хочу рассказать о посадке. Посадка должна быть вот такой. То есть посажается на половину орешек и острием вот сюда в стеночку. То есть где-то, ну, примерно вот такое вот расстояние должно быть. Вот отсюда пойдет корешочек. Вот отсюда где-то с серединки пойдет сам стебелечек, сами листики. Ну вот посмотрим, хватит ли селенок у ореха, потому что он, к сожалению, есть... Такое, что орешки расклевываются, начинают давать корешок, но потом селенок не хватает. Либо сыра, либо что-то, я не знаю, что происходит. Он либо гниет, либо вот просто замирает. Вот. Ну, посмотрим, что получится. А с остальными орешками я вам пирогов настряпала, утку сварила. С остальными орешками не знаю, что получится. Вот эти орешки, которые у меня проклюнулись, один я уже выбросила. Он, к сожалению, знаете, сгнил. Вот эти орешки расклюнулись, но они вот замерли абсолютно, то есть нет никакого движения. Ну вот вообще даже не знаю, если честно, что с ним делать. Может, его, думаю, в теплицу посадить. Как бы жалко выкидывать, потому что у него селенок не хватает. Если уж совсем сил не хватит, то ну, выкинуто никогда не поздно, да? А вот эти орешки я вообще достала. Они, знаете, начали плесневеть. А раз начали плесневеть, то уже толку никакого абсолютно не будет. Вот, сейчас я вам покажу. Плесень прям скользкий. Я их и мыла, и меняла несколько раз в день воду. Но как-то вот этот орец, грецкий орех, очень себя не очень хорошо показал. Вот, не очень хорошо, жалко. Посмотрим, что получится. Вот, ну, пока вот так. Следующее видео я уже отсниму. Как только дадут какие-нибудь росточки. Ну, и как только даст росточек, я вам обязательно покажу. Ну, или хотя бы, наверное, корешочек, да? А вот эти орешки, наверное, сейчас подсохнут. Вот видите, все заплесневело. Плесень прям. А вот эти орешки я, наверное, сейчас маленько подсохнут. Я попробую расколупать и посмотреть, что там внутри. Почему они не раскрылись и не распались. Ну, довольно-таки ну, много. Это вообще как бы с этим орехом у меня вот так получилось. Ну, вот такой вот, не знаю, может быть, орех плохой. Хотя, в принципе, я покупала, он вроде был. Ну, были, конечно, там плохие. Не знаю, что произошло. Вот. Ну, который я покупала с чили, у него кожура тоньше, он как-то лучше был. У него это вскрываемость. Хотя они даже вскрытые не все. Это, ну, там вроде что-то есть, как, вроде что-то есть. Селенок у них почему-то вот не хватает, я не знаю, что нужно. Ну, постараюсь вот эти грецкие орехи, наверное, не буду специально в баночку. Посажу в теплицу где-нибудь с краешку. И пускай они сидят в теплице у меня. Посмотрим, что получится. У нас снежок сегодня пролетал, довольно-таки холодно на улице. Вчера тоже было очень холодно, очень-очень ветрено. Прямо это некомфортно. Но сейчас вроде ветер стих. Хочу пойти покопать немножко. Надо вскопать под эти, как они называются, баклажаны. Землю, грядочки сделать. В общем, как-то вот так вот. Ладненько, всего доброго, всего хорошего. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока.